Эта история началась в одно прекрасное весеннее утро в тихом южном городке, когда будущий резчик по дереву Гайос Чичинадзе поселился в общежитии художественного профтехнического училища. Быстрее. Вот так всегда он остается незамеченным, как деревья, как стены, как случайные прохожие. Чем привлечь ее внимание? Что сделать, чтобы она выделила его из дружной семьи, учащейся профтехнического училища? Семь,
назе, кто мы беда и цвет. Ага. Мартский назе, мартовый назе. Быстрее, а то не догонишь. И что нет пехи с серебзе? Эх, жив. И сниткет, а на брат. Ну-ка, причешись. Вот. Модный костюм рококо может вызвать ее благосклонный взгляд. Нет, я хочу наш, отечественный. Ага. Ага. Эй, что ты делаешь? Я сейчас костюм видел, блеск. Хочешь купить на двоих? Давай. Вдвоем мы с тобой не потянем. Что-то нужно придумать. Слушай, слетел плетейщик. К этим давай. Нашел выход. Уча, у нас к тебе дело. Подожди. Ты с ума сошел? На нем же костюм лопнет. Просто не будет застегиваться, пока не похудеет. Ладно, спасибо. Идем. Слушай, у нас есть предложение купить костюм на троих. Костюм? Ага. Прекрасно. А как с деньгами? Можете на меня рассчитывать. Я с вами. Научите, костюм наденешь, когда отмоешься. Все, мыться буду ежедневно. Идем. Полный вперед! Ну как, годится? Угу. А продадут его с витрины? Продадут. Нас же все-таки трое. Thank you.
Хотим купить один костюм. Ждем ваше разрешение. Который у вас в витрине. Подожди. Втроем. Один костюм. Да. Ага. Отдай. Отдай, хороший ребят. Вот спасибо. До свидания. До свидания. Благодарю. Чей это костюм? Наш. Смотри. Белье меняйте. Это тебе. Семь лут, переселяем тебя. Снимать. Оставь, хватит ему этих красавиц. Бери. Спи спокойно, дорогой товарищ. В другой комнате. И в этот торжественный день, чтоб союз твоих стал более тесным, произошел нехитрый обмен жилплощади. Вместо спящего товарища в комнату Гайоза и Дуды вселился Уча. Ребята, а галстук вам не нужен? Давай. Я вам его подарю, если вы мне дадите хоть раз надеть костюм. Посмотрим. Сними. Как? Железно. Моменто. Марчелло Мастрояли. Вот. И галстук. И зеркало сюда. Слушаюсь. Извините. Ага. Ребята, смотрите, какой... Заслуженный резчик по дереву Гайоз Чичирадзе. Салют! Танцевальный кружок на втором этаже? На втором. Дежурный, слушай. Нету его. Здравствуйте. Номер телефона? Одну минутку. Вы к кому, товарищ? Танцором. Танцевальный кружок, поднимитесь на второй этаж. Спасибо, и сразу я налево. Знаю. Алло? Уху! Начали. Раз и два, и раз и два, и хорошо, хорошо. Ногу повыше, носок выпрямьте. Спину, спину. Вот так. Локоть повыше.
Вот. 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 Ника, я здесь. Идем скорее. Да, папе чапун не промокнешь. Как-то работает. Извините, пожалуйста, ну, что вы мне... Дадите а свой зонт, там девушка. Ага, ну, спасибо. Ладно. Я как раз шел мимо и увидел вас. Вот зонтик, пойдемте. Если позволите, я вас провожу домой. Не знаю. Ну а что, пойдемте. Здесь я живу. А я напротив, значит, мы с вами соседи. Конечно, я же каждый день вижу тебя. Ты думала, я не узнаю тебя в этом костюме, да? Метровель здесь живет. Я Метровель. Давиду Евгеньевичу. Большое спасибо. Телеграмма. Ой, я забыла совсем. Сегодня у дедушки день рождения. Распишитесь вот здесь. Все. Спасибо. Знаешь что? Угу. Пойдем к нам. Неудобно. Можно я твои цветы подарю дедушке? Конечно. Рад вас видеть. Гаёс Читинадзе. Прошу. Иди сюда. Посмотри. За этот дом. Пусть в этих стенах всегда будет счастье. Твое здоровье, Давид. Дедушка. Спасибо. Позвольте мне один орешек. И лисо. Может быть, ты нам сыграешь. Если ты сыграешь, мы споем для дедушки. Для тебя одно и мое сердце. Пожалуйста. Да-да-да. Благодарю вас. Вот-вот. Да. Ким зерда кулавацем зером цурия. Витмо дебия цецхлидр побиса. Эс гули шентвис дами цурия. Шентвис варсебо пирвел побиса. Харшвени ери цребали оболи. Нази лавили српели сунт кава. Азиз чугур дамас шер
чему нахал, с чеми думили, да тваро, с чеми цремлим дугаре. Мешени нахвисмом глав скурили, да шеми парец, гамем тухаре. Ну гешит в цхом роб и медит, кулав медах и анхмеми цюри. Намон из тина, жени схилет. Саг миром леба, смотритесь. Годится. А как же? Достал все-таки. Из душевой, что ли? Где раздобыл? Признайся. Ну что вы, а? Получил по наследству. От бабушки. Комендант, прячь зеркало. Что делать? Положи на кровать. На кровать? Это за дверь. Ты садись. Что здесь происходит? Здравствуйте. Вы почему ключи не оставляете? Да, забыли, Варлам Рожденович. Да. Непорядок. Да, конечно. У нас? Что вы? Не забудьте про ключи. Никак не забудем. Будьте до свидания, Варлам Рожденович. До свидания. Ой, вернулся. А, привет. Привет. Ой, бог мой. Наш костюм. Я думал, привидений. Быстро собирайся, едем. Сегодня Жюри приезжает на село. Сегодня? Ну, да, я вылетаю туда с грузом. Вечером концерт. Если тебя концерт? Не доставлю, то и дед с меня голову снимет скорей. Ну, все. Как жизнь, ребята. Ничего, спасибо, понемногу. Слушай, так. Сегодня его очередь на костюм, а мне не в чем выступить. Поговори. Понятно. Слушай, познакомь меня с такой девочкой. Это его. А у меня к тебе просьба. Да? Пусть с другом не отказывай. А в чем дело? Уступи Дуде сегодня свою очередь на костюм. А почему сам-то он не скажет? Он же человек скромный, ему и в голову это не пришло бы. Ладно, с ума сошел, у нас считанные минуты. Опаздываем. Одевайся быстро по-солдатски. Дай им 45 секунд.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, мальчики, пошли. Седлаем своих коней. И живых, и железных. Поехали. А это кто? Это Дуда. Дуда приехал. Дуда. Дуда, сын. Дедушка. Здравствуй. Здравствуй. Ирулечки мне. Пойдем, пойдем. Что вы остановились? Послушай. Откуда такой как? А вот что? А мингречки будет петь? А как же? Пошли, пошли в зал. Так-то. Он участник всех наших олимпиад, не помните? Начали. Голля пута сускани с клами и сериши. Ируле, ируле, ирулечки, да, ируле, ируле, ирулечки, да. Путоли, путоли, хаскуба, путоли, 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 гурскуба, путоли. Алла Антонио, от меня. Шагилатхов голодица, вот запити сила у орку, кутан чертатки бицало. Ируле, ируле, ирулечки, да, ируле, ируле, ирулечки, да. В этом костюме его просто не узнать. Молодец. Он лучше всех спел. Я согласна. Ой, молодец, бабушка, что приехал. Мама. Ну как здоровье? Не жалуешься? Ты его одолжил для выступления? Нет, это дедушка меня наградили за примерное поведение. Костюм у тебя хороший, настоящий коверкот. Молодец. Ты не похудел? Нет. Что ты там ешь-то? Все ем, бабушка. Аппетит у меня хороший. Ты подумай, через забор перелез. Вот тебе. Но костюмы, ты разве замуж выходишь? Откуда ты все знаешь? Ах, устал с дороги. Ну, снимай свой фрак, располагайся. Победой? Конечно! Какие могут быть сомнения? А где медаль? Пришлет. Да, значит, отметим это событие. А как же? Мой чемодан волшебный. Сегодня живем по-царски. Вот это да! Thank you.
Костюм приехал. С приездом. Да? Привет, Уча. Привет. Это тебе. Держи. Слушай, мы же тебя предупреждали. Ай! У меня радикулит. Я умру, если умоюсь. Ай! Мы сейчас тебя вылечим. Не волнуйся. Спокойно. Дай ему сахару. Умница, умница. Вот, это 1-0 в мою пользу. Смотри. Честь имею. Не будучи влюбленным, не обремененный знакомствами и связями, Уча еще не решил, куда пойти, где блеснуть в новом костюме. Вслед за песней, неожиданно даже для самого себя, он очутился в новом кафе. Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Добрый вечер. Присаживайтесь к нам. Выберите, я не... Присаживайтесь, пожалуйста. Это вам прислали. Откуда? Вот с того столика. Твой знакомый? Да. Торт принесите. Сейчас? Спасибо. Да. Пойдем. Да. Ну, что мы сидим? Пойдем, пойдем. Я танцую только лезгин. Можно вас? Спасибо. С вашего позволения.
взял торт и собирается есть его один. Опа, опа, опа. Пойди! Убьешь, да? Интересно, как ты это сделаешь. Я сейчас! Помогите! Вот костюм! Убьешь, да? Отдай костюм! Пусти! Лео! Лео! Вставай, вставай! Погоди! Да, чем? Да, я же пошутил! А ну, покажи меня, я вам покажу. Покажи, не ущипся. Ну и очень хорошо, спасибо. Ну что вы ко мне пришли? Смотри на него. Мое время еще не истекло. Молчи. А, дайте его мне. Опять же я тебе. Еще полчаса я могу наслаждаться жизнью. Да? Ты погляди в зеркало. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы смеетесь? Вспомнили что-то? Твою вчерашнюю победу. Чудесный костюм, сыграв свою роль, перестал им казаться чудесным. Ибо в этой жизни чудес и так достаточно. У меня репетиция раньше кончилась. Вот здорово. А вот этот пока еще верит в волшебную силу костюма рококо. Я часа на два, не больше. Пожалуйста, хоть на весь день. И чудесный костюм продолжает шагать по городу в поисках новых приключений.